Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля, и только что я показывала вот эти свои первые посевы, про которые говорила, что тут у меня не может быть осечек, свои семена, все должно хорошо взойти. Ну, так они и взошли. Но не обходится, конечно, и без осечек. Не может быть все идти, весь посев гладко и сладко. Вот у меня первые огорчения, которые меня, ну как, не взошел как раз тот томат, который я очень-очень сильно ждала. Мои все взошли прекрасно. Но вот если перейти к этим, про которых я вчера говорила, иностранцы-то, которых я адаптирую, которых у меня очень-очень мало, вот какие-то я по два семечка садила, вот здесь два. И надо же было такому случиться, вот эту ждала Казула, про которые говорят, что очень хороший сорт от известного селекционера из-за границы. Было всего два семечка, именно с ними случилась осечка. Видите, одно вышло космонавт в шапочке, но это сразу видно, что семечко было, видать, ослабленное, у него даже семидольки не появились. И я боюсь, я, конечно, размочу сейчас эту шапочку, капну сюда, сниму ее, но я думаю, что там даже листиков нет. А второе не вышло вообще и уже не выйдет, потому что остальные все вылезли. Вот, ну, не все тут тоже. Вот здесь одно не вышло. Тут вот из двух семечек думала, что одно будет. Вот второе показалось. Вот видите, слабенькое такое. Этих буду выхаживать. Тут вот в одном месте только-только, видите, петелька вылазит. Тоже, вероятно, ослабленное семечко немножко. Они вышли тоже неплохо, вроде бы равномерно, но именно Казуля, которую я так ждала, она не вылезла. Так хотела посмотреть, все его нахваливают, говорят, красивейший, вкуснейший, все. Но это не свои семена, я рада, что хоть так взошло, пусть даже немного с потерями. Конечно, видите, какая разница, когда свои семена можно сеять хоть сколько, потом делать выборку, выбраковку, хотя они и все хорошие, все равно мне придется использовать. Из всего этого посева выбрать только половину. Всех много, я же с запасом садила. А тут наоборот, какая выбраковка. Буду трястись над каждым сеянцем. Попробую реанимировать вот эту Казулю. Но я уже так своим опытным глазом вижу, наверное, ничего с нее хорошего не получится. Но все-таки попробую у этого космонавта шапочку снять, размочить и посмотреть, есть ли там листики. Про Казулю потом расскажу, удалось ли мне ее спасти. Ну вот, это вот первые осечки, первые неприятности. Бывает по-разному. Как раз тот сорт, который ждешь, не вылез вообще. Не хочет Казула расти у меня. Все, до свидания.